Интересно, вчера Шанька ночевала в своем красном домике, сегодня в белый села. Вон хвост торчит. А тут кто-то бежит. Кто-то бежит. Так, кто-то пошел за подсолнухом. Дарья. Дарья, я тебя вижу. Ну бери, что ты. Бери подсолнух. Вот так вот. Что ты сгрызла? Что ты там берешь? М? Бери подсолнух. Так. Ага. Как всегда. Одна пришла, вторая занервничала. Что, Жанечка, что ты нервничаешь? Сиди в домике, Дашка поест и уйдет. Да, Даша тыкву лопает. Обалдеть. Вот это да. Какая прелесть. Жорик не ест, а Дашка лопает. А Шанька в это время орех ест. Чудесно.